На скамье подсудимых Одинцовского городского суда Татема Сатинова, 1999 года рождения. Девушка обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Гособвинение в суде по данному делу было поддержано первым заместителем прокурора Московской области Андреем Ганцевым. Установлено, что Сатинова совместно с соучастником уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревалась сбыть наркотическое средство – героин. Ее преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в мае 2021 года. Наркотическое средство изъято из незаконного оборота. Полицейские задержали Татему Сатинову на улице Говорова. При ней было обнаружено 100 свертков с неизвестным порошком, впоследствии оказавшимся героином, общим весом около 140 граммов. Если бы не моя финансовая нужда, я бы за это никогда в жизни не взялась. И тем более за 6 месяцев я очень много людей видела, что с ними вообще происходит, как у них функционирует организм. Это очень страшная вещь. И я очень сильно прошу вас. Я все осознала, раскаиваюсь. Прошу вас строго меня не судить. По итогам рассмотрения уголовного дела 29 декабря 2021 года Одинцовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Сатиновой, согласно которому Сатинова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта Г части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В качестве наказания 5,5 лет в исправительной колонии общего режима. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».